Вечер 26 июля 2020 года. Перед очередным перемирием, бессрочным, которое мы ждали 7 лет, вновь со стороны ВСУ поселка Новотошковского идет обстрел окраин поселка Голубовского. Фашисты не успокаиваются. Не знаю, что нам несет ночь. Но день вроде более-менее прошел так. Одиночные разрывы 82-х, 120-х в течение дня были. А вот сейчас, в это время, начинается пулеметная стрельба. 82-е проходят. БМП-2. Вот такой момент у нас наступил.